А за что забанили? В смысле? Чё за бред за читы написано? Ты... Твою мать, столб упал! Что тут происходит, черт возьми? Вот что бывает, когда вы нарушаете правила, делаете маленький бунт. Да-да-да, очередная халява от кента. Чтобы получить 1000 голды совершенно бесплатно, тебе надо поставить лайк и подписаться на мой канал. Дальше, написать в комментариях свой ID. Ну и третье, самое важное, посмотреть это видео без перемоток, не перематывая ни единой секунды. Победителя найду ровно через 3 дня по ID, напишу ему в ЛС и отдам ему 1000 голды. Поэтому участвуйте и побеждайте. Ну что же, а мы начинаем. Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и я к вашему вниманию представляю очередную серию по Sand Mobile. Если что, это мои два кента, это мои два авторитета, это мои два бомжа. Первого бомжа зовут Замейка, второй бомж это Лорд. И прямо сегодня, пацаны, мы с этой опасной бандой, с этой бригадой будем всем ломать лица. Мужики! Какой самый крутой промокод на планете Земля на этом сервере, при помощи которого вы сможете стать богатым, купить себе кучу стволов, машин, квартир, домов? Какой промокод? Мужики, скажите мне, какой? Кент. Да, да, вы правы, промокод Кент. Как же его вводить? Ребята, рассказываю и показываю, смотрите. При помощи этого промокода любая девушка будет ваша, смотрите. Пишите команду меню, дальше промокод выбрать и сюда пишите промокод Кент. Вот так вот, как я, и вы просто становитесь богачом, вот так вот. Самый лучший промокод на планете Земля. Ну что же, а вот она, наша ласточка, которую я купил в прошлой серии. Правда, ребята, по пути я пару раз врезался в столб, сбил двух бомжей, поэтому вот так вот. Ну чё, Замейка, братик, садись к нам, запрыгивай. Ну? Ладно, поехали, давай, поехали. Короче, ты знаешь путь, едь на своем драндулете, мы едем за тобой, поехали в гетто. Потому что в прошлый раз у нас остался нерешенный вопрос с геттовцами. Они нас напали, начали просто так избивать. Поэтому мы, ребята, планируем сегодня закрыть все эти вопросы. Ого, смотри, сколько тут бомжей. Так, подожди, тут чувак с битой. Нифига себе, тут движуха. Смотри, у них стволы биты. Так, давай напишем им кубомжи, наши фирменные. Кубомжи. Главное, чтобы нас не начали бить. А ну-ка, посмотрим на их реакцию. Ку всем, кто главный. Охренеть, на меня напали, слышишь, Змейка? Что это было за хрень, ты видел? Вот этот чувак, Томас Ярк. Еще раз ударишь, сломаю лицо, щенок. Еще раз ударишь, сломаю лицо, щенок. Слышишь, дядь, меня бьют, нападают. Так, пацаны, все сюда, на Томаса. Охренеть, на забияка. Я ему сейчас покажу. Вот это Томас, слышишь, мочим Томаса. Давай, 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 Змейка, помогай. Твою налево, ну. Твою налево, мы убили. Тише, так, пацаны, все сюда, моя банда. Банда бомжей, все сюда. Да, все готовы. У нас трусов нету. Эльмир! Твою мать! Эльмир нас тупо предал и в крысу убежал. Давайте, все трем подбегаем к этим бомжам. Сейчас мы покажем, где раки зимуют. Выходим. Давайте, вот этот, Иван, а ну-ка. Давайте напишу, стой. Стой. Напишу. Вот, давай биту. Или хуже будет. 5 minutes later. Твою мать, набьют! Мужики, в атаку! Махач, давай, бей этого Ивана! Охренеть! Что он себе позволяет, мужики, бомжи! В атаку! Да подожди, ты меня бьешь, Лорд! Лорд, мы же с тобой заодно, с одной банды! В атаку! Ядрить, колотить! Вот это тут потусовка! Давайте, мужики, бей! Он уже почти лежит, вот этот етовец! Твою налево, мужики, бомжи! Эльмир вписался, он биту достал, биту. Эльмир, все держит тебя, братик. Твою мать, столб упал, что тут происходит, черт возьми. Убегаем, да ну в жопу, надо оружие купить, бежим. У меня сейчас сильно много жизни, пацаны, отступаем. Лорд, братик, тебя убили. Ядрить, колотить. Опа, у Эльмира ствол все это время был. Эльмир, братан, его задавили. Напишу, Эльмир. Стреляй. Прикинь, у него все это время было оружие. Я в шоке. Эльмир, стреляй.
Давай, Эльмир, ну ты чё? Охренеть, у него все это время было оружие, прикинь, змейка. Да, блин, он в меня стреляет. Он в тебя стреляет? Эльмир по своим стреляет, это наш, Эльмир-крыса. Ну чё, мужики, вы готовы за меня умереть? Если да, то напишите «да», вы готовы умереть. Давай, 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 поехали, поехали, мужики, в зелёный гетто, ща мы им покажем. Давайте, 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 мужики! Так, тормозим, тормозим. Все, сейчас мы с ним поговорим по-мужски. Так, где тут, где моя бита? Сейчас они поймут. Погнали, мужики, погнали, погнали, погнали. Где эти говнюки? А, вот, пацаны, вот этот, он нас мочил. Давайте, в атаку, в атаку. В атаку, пацаны, мочим Артема. У него тоже бита, твою налево. Пацаны, помогайте, да помогайте. Лазероп, твою налево, за что я тебе плачу? Вот так, тупо, пацаны, махач. Ой, красавчики, он тупо уже извиняется, я уже представляю, у него, смотри, убегает от нас, вот так, беги, беги, мы тут батьки. 5 minutes later. Вот что бывает, когда вы нарушаете правила, делаете маленький бунт и начинаете просто всех мочить. Вас просто берут и сажают в тюрьму, но, ребята, знаете, мы проиграли битву, но не сражение. Это только начало, зеленое гетто, знаете, я лично вас, каждого перестрену в темном переулке. И там уже не будет админа, и никто меня в тюрьму не посадит за нарушение правил сервера. Короче, ребята, вот так вот делать нельзя, за это сажать в тюрьму. Ну просто не первые начали, я просто, так сказать, отстоял свое достоинство, ну вы понимаете, да? Ну из-за этого теперь в тюряге надо отсидеть. Так, ну чё, пацаны, все становимся на уровне линии. Кто первый дойдет до финиша? Финиш это, короче, там, где заканчивается прямая. Вот там, где заканчивается прямая, там будет финиш. Кто первый из нас, четверых бомжей, ну как четверых, из трех бомжей доходит до финиша, тот получает 50 косарей. Раз, два, три, поехали! Охренеть, лазероп! А как он так быстро? Я в афиге. Да как? Нет, блин, обалдеть. Вот этот лазероп хочет бабки. О, он врезался. Лазероп, ну ты бич. Так, так, доезжаем по прямой до стены. Все, пацаны, и 50 косарей получает Кента ПК. Второе место у нас занимает лорд и третий лазероп. Ну что, почему нам сказать, вы красавчики, но, к сожалению, первое место занял я. Поэтому никто ничего не получает. Прямо сейчас вы, ребята, увидите очень жесткий пранк на ТикТаком. Потому что я, короче, хочу, чтобы он зашел на сервер, типа мне помогать снимать видео. Но на самом деле я написал админам, типа, ребята, пожалуйста, забаньте ТикТака. И потом, как раз, когда он зайдет, во время видео его забанят. И мы посмотрим на его реакцию. Я говорю сразу, это будет реально очень смешно. Короче, посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну что, Сань, ты готов уже? Ну, давай по-быстрому. Давай, давай, подожди, давай. Давай, подожди, еще только попить схожу. Давай по-быстрому, как в армии, у тебя 3 секунды. Подожди, до 5 секунд, попить схожу. Алло, алло. Опа. Он отошел. Так, пишу админу, чтобы его банили. Забаньте. Его. Прямо сейчас, по ходу ТикТака, забанили. Еще и забанили за читы. Так, все, давайте, тише, тише, тише. Сейчас он должен прийти. Если что, у меня отключен микрофон. Сейчас мы, ребята, посмотрим на его реакцию. Так, алло. Алло, да. Алло, ты тут? Да, да, да. Алло, алло, алло. Да, да, все, все, все. Слышно. Как мне слышно? Да. Че там? Ну что, готов снимать видео? Подождите. Что за херня? Че такое? Ты же мне что-то кикнуло, походу. Кикнуло? О, подожди, подожди, ты, подожди, побегай, что ты залагал. Вот я бегаю, видишь меня? Подожди, стой, мне все залагало. Подожди, дай перезайду. Давай, давай, давай. Блин, капец, опять все лагает, чё за хрень? Чё? Ты таровка какой-то. Чё там такое? А меня забанили, меня походу с кем-то перепутали, чувак, айди перепутали. А за что забанили? В смысле? Чё за бред за читы написано? Ты... Да не смешно, это, блин, ты... Я не буду еще сейчас здесь ждать, чувак, ну это реально бред какой-то. Что здесь смешного? Ну ты понимаешь, мы сейчас будем ждать, пока меня будут банить? Скажи привет, Ютуб. Ой, понятно, все, все, чувак, я обиделся на тебя. Пацаны, пишите Кентрисому, я обиделся на него. Какие Трисомы? Да все, снимай сам видос, реально, фу, блин. Да все, заходи, что ты начинаешь ныть, заходи. Давай, погнали. Все, играй, все, давай, чувак, пока.
как же скачать Stump Mobile на ваш телефон. Все, ребята, предельно просто. Я вам советую, посмотрите данное видео, тут все подробно рассказано. Тут даже нубу понятно. А вы-то у меня не нубы, поэтому вы все поймете гораздо быстрее. Вот, можете все сделать так же самое, как видео. То есть, что вам надо сделать? Нажимаете, например, Google Диск, видите, вот сюда. Нажимаете по этой ссылочке. Дальше, скачивайте этот Stump Launcher. Потом, после того, как его скачали, установили, заходите в него, нажимаете еще раз установить, и вы установили GTA Mobile на ваш телефон буквально за 10 минут. Все очень просто. Также мне многие из вас писали, мол, Кент, и пока у меня вылетает игра. Окей, ребята, не проблема, смотрите, что надо сделать. Заходим в настройки, дальше настройки. Во-первых, меняйте язык на русский, думаю, тут и так все понятно. После этого заходите в настройки дисплея и все делайте точно так же, как у меня. И просто забудьте про вылеты. Ну что же, ребята, в принципе, на этом замечательном, прекрасном моменте я буду заканчивать данное видео. Еще раз напоминаю, вводите промокод Кент и зарабатывайте огромные бабки. Ввели промокод Кент, получили 120 косарей на халяву. Также пишите хорошие комментарии, подписывайтесь на мой канал и, как обычно, хэштег Го еще, и я сниму продолжение. Ну что же, с вами был Кент и ПК, всем удачи и всем пока. Все нужные ссылочки есть в описании, поэтому загляни туда.